Всем привет! Это как бы дополнение к обзору. То, что я не сказал, мне написали в личку. То, что я забыл озвучить навыки драконов. И попросили еще показать инвентарь. Ну, ребята спрашивали. И поэтому я как бы сейчас пороюсь в сумке и посмотрим, что там в принципе есть. Первое, то, что мы смотрим навыки драконов. Значит, вот навыки драконов. На первом драконе это у нас смертоносность плюс урон в процентах. Также плюс урон в процентах крит. Крит в процентах, атака и плюс... ХП. Дальше на драконе лета это у нас минус дэмэдж парирование, прочность атака, прочность минус урон, минус дэмэдж тот же, да, уворот и ХП. Так, здесь это у нас энда, значит крит плюс дэмэдж в процентах, атака крит в процентах. Плюс дэмэдж просто и ПД в процентах, 32%. Так, дальше смотрим на на экзо, что дает. Значит, парирование минус урон 43%. Парирование плюс 21 хп 160. Дальше крит плюс дэмэдж. И последний это МД. Так, и еще говорили, что я не показал снаряжение вот эти вот дракона. Ну, в принципе, они все плюс 15. Абсолютно все сетовые, все полностью плюс 15. Да, и последний дракон, то, что я говорил еще вчера на обзоре, то, что он будет уже четвертый, да, вот сегодня он уже четвертый. Всего лишь один дракон остался, и все будут плюс четвертый, при том, что на нем уже есть 450 пактов, то есть осталось всего лишь 900. Одна акция, считайте, и все, и он тоже будет 4 звезды. Все драконы на 4 звезды. Дальше начинаем смотреть, что у нас в инвентаре. Так, ну, во-первых, золото 65 лямов всего лишь, но есть монетка, есть, я так знаю, мешочки, в принципе, ничего страшного. Так, айтемы для карт эволюции, для древа эволюции. Так, вот есть гемы на рин, это те, которые вот сейчас акция идет для душ, не душ, а для вот осколков богинь. Ну, в принципе, хороший запас, 500, сколько? 558 штук. Дальше здесь... гемы, или как они правильно, не знаю, для карточек, в общем, в принципе, для справочника, куча разных. Так, дальше карта обычная, но это так, это 150 воды для благословления камней, но в принципе камни все и так благословлены. Так, здесь немножко всякого, 6000 камней, это для золота, в принципе, всякого хлама. 4 гена сохранено. Дальше материалы PvP кольца. Есть один камень для дополнительных слотов. Почти 9000 свистков. 2300 миража. Ну, это такое по мелочам. Куча опыта для героев. В принципе, вот. Реально куча. Смотрим. Хлам. Так, купоны. Купонов много, и 40%, и 30%, и 20%, ну, это, в принципе, у всех, я думаю, так. 50 скроллов на богиньки. Вот, здесь уже даже есть на 5-го дракона уже начался сбор, так как 5-й дракон будет, у нас его тоже введут, он уже есть на 5 звезд. Он уже есть на Китае, но, в принципе, у нас еще до сих пор нет, и также будет прорыв выше 200-го уровня, у нас только 200 и 4 звезды сейчас, но он будет выше. Но даже в справочнике он есть выше. Вот здесь вот даже сохранено камни для улучшения уровня дракона лета, скажем так. Так, здесь вот немножко материалов для облика. Также вот PvP. Ну, PvP снаряжение, хотел сказать. Трансформации, да, вот немножко есть айтема. Но это, в принципе, не густо, не то чтобы. Ну, здесь по чуть-чуть всего 500 PvP-шных камней для прорыва. Ну, в принципе, их с запасом на пару лет вперед уже. Так, скроллы для проточки. В принципе, они, ну, их много, они продаются из-за золота. Так, что еще? Зубы и это. Хорошо. Так, камни, никаких особо больших камней нет. Так, на богиньке здесь запас. Так, что по снаряжению? Сокровища есть, лишние сокровища, но в принципе там все сокровища стоят, в основном проточенные, поэтому вот эти это уже как бы лишние, ими можно прям точить. Но если нам не ведут что-то новое. Так, фрагменты. Вот фрагменты богинек. Героев нет, но они все в этом, в складе. Посмотрим, что в складе. Ну, естественно, здесь куча всяких айтемов на артефакты, на слоты, на
А спиды, ну, в принципе, они такие. Ну, это не важно. А, кстати, вот у него здесь снаряжение есть непроточное. То есть есть, наверное, вот один, два и шаги. А почему непроточный? Потому что у него сейчас уже максимальный уровень. Да, 80-й. Вот если взять фэшн, да, проточку, то здесь максимальный левел поднятый. Он 80-й. И вы тупо не можете поднять. Вам приходится менять, если вы хотите другую одежку. Поэтому советую не качать до максималки и там где-то на 70-м уровне остановиться, чтобы вы могли еще докидывать туда шмотки, потому что это неудобно, они занимают слоты. Так, смотрим, что есть в складе. Значит, в складе есть 14 мешков с камнями, 80 молотков, 6 душ хель, 12 золотых душ бахамута. Это все для рыцарей. Извините, что там мне горло чуток пришит. Да, дальше вот есть 66 бобов, семечек для акций. Также вот 85 листьев, это для снаряжения коня. Музыкальных боксов 141. Они ему не нужны, так как они там уже прокачаны. 64 меча золотого типа бога. Но, в принципе, кстати, а почему он их не использовал, когда только что у него была акция? Ну, в принципе, просто камнями бил. Можно было вот такими мечами, если я не ошибаюсь. Дальше Феликс Фелисис. Это, кто знает, это с Гарри Поттера зелье, которое приносит успех во всех начинаниях. Ну, вдруг кто. И, в принципе, оно используется для слотов богинь. Были акции, где можно было за 3-4 взять 4-слотные богини. И, в принципе, если акции повторятся, то он может спокойно взять себе уже 2 слота для проточки своих слотов. В принципе, очень хорошо. Так, мечи футбольные, это с акции на футбол, в принципе, остались. Дальше есть еще вот по 6 айтемов нынешней акции, но, в принципе, это уже на следующую. Новогодние карточки, конфетки, это то же самое, это все на акции наперед. В принципе, вот тоже куча всяких шоколадок, донатов, в общем, куча разных айтемов, дорогих, дешевых, всяких, для последующих акций. Подарочные купоны 24, вы можете себе, не себе, а кому-то другому подарить что-то абсолютно безвозмездно, то бишь даром. Так, куча купонов с боссом, купонов сундуков с боссом, тут здесь 1000, здесь 333, дальше на артефакты 46 сундуков, спрятанные дополнительные инстанции, вот она монеточка, как я и говорил, для накрутки золота. Так, есть еще дополнительно, если вдруг у вас, не у вас, а у нас поднимут музыкалку, еще раз, не модная, а типа будущая какая-то будет, например, пока еще не предвидится, но возможно будет, то здесь уже хороший запас материалов есть для прорыва, также для прокачки мелодии и также для прокачки самих музыкалок. Ну, это все инкубаторы, вдруг чего-то перекачивать будете, 500 штук, в принципе, 51 штука камней для артефактов. Так как артефакты полностью прокачаны, эти камни уже как бы не нужны. Но, возможно, добавят скоро и дополнительные слоты, потому что уже уперлись. Так как было с богинями, все слоты забили и уперлись, и нам добавили скрытые слоты. И я так подозреваю, что в скрытых слотах скоро добавят и скрытые слоты артефактов. И тогда нам вот эти вот камни понадобятся. Также вот еще для акции снежный человек, снеговичок, снежный человек. Так, здесь что у нас? Книжки на будущие трансформации, также какие-то айтемы лишние, купоны обмена камней 40 штук, также айтемы для будущих акций, айтемы на прокачку навыков драконов, вот 200, 300, 300, 300 считайте, то есть их реально очень много. Опять-таки очки солнечные тоже для акций, там куча всяких, но это реально крутые были акции с дорогими подарками, ну просто что он выкупал акции по 2 круга и поэтому оставались айтемы еще и сверху. Да, вот дальше есть скроллы для прокачки на любой вкус и цвет, кроме плюс урона. Ну, в принципе, он и атака, и хп, и ПДФ, МДФ, смертоносность, минус урон, в принципе, и хватает. Да, и вот куча всяких. Дальше по камни. Что здесь по богинькам? Это ну, такое. Здесь лишние, получается, они не используются, души, спириты, и они сюда позакидывались. Дальше по шмоту. Здесь дополнительно у него шмот.
то если что-то нужно будет перекачивать или же докачивать дополнительно, есть различные варианты. Также вот то, что я говорил, PvP снаряжение 2, есть сокровища, есть оружие, но нет серьги до сих пор. Ну и вот куча всяких еще артефактов запасных, если вдруг добавят, просто немерено их, просто дофигища. Также вот и сокровища, если вдруг добавят, их все так же тоже дофигища дополнительно. Рунки процентные, вот в основном все процентные, вдруг кто-то что-то захочет перекачать. Опять-таки, если вдруг билд поменяется, здесь всегда в запасе есть куча рун процентных, разных на разный вкус и цвет, и стат, и что хотите. То есть, в принципе, вот и парирование, и все что угодно. Все так же и карточки есть, и 13%, и 18%, вот, звезд. По фрагментам, вот есть еще фрагменты душ немножко, фрагменты богинь в запасе, соответственно. Здесь запас фэшена, но на всякий случай, вдруг когда-то тоже что-то придумают, как было с PvP кольцом, ну, продавалось в магазин, а потом вдруг резко их начали точить. Так, смотрим, что еще здесь. Ну вот, в принципе, и все, да. Это вот то, что у него есть, то, что в запасе. Куча всяких айтемов, куча всего. В принципе, посмотрели инвентарь, посмотрели навыки дракона, посмотрели снаряжение дракона, то, что просили. Ну, в принципе, думаю, все. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось. Может, нужно кому-то еще какой-то инвентарь показать. Или, в принципе, идея зашла посмотреть, порыться в сумке. У нас, назовем это так, роемся в сумке. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.